Салют, гайз! Сегодня выдался свободный денечек, и я решил не терять время зря. И так как у меня недавно, так сказать, появился такой небольшой маленький друг, я решил сделать для него небольшую кунуро. Так, после ремонта остались кое-какие, да, там деревяшки. Посмотрим, что из этого получится. Погнали! Естественно, все это делать я решил не наобум, а составив небольшой план, да. И в планах есть то, что он будет в длину где-то примерно 60-65 сантиметров, в ширину где-то 40-45 сантиметров, да, и в высоту будет 40-45 сантиметров. То есть, так как собака домашняя, собака маленькая, да, чихуахуа, то есть, но домик такой будет больше домашний. Ну, кто-то скажет, может, глупо, да, там, кунуру, типа, но дома. Ну, как бы, собака тоже хочет свой маленький домик, чтобы лежать ей было уютно. Поэтому решил так немножко смастерить. Так, вообще, что нам для этого понадобится? Так, нам для этого понадобится, ну, пила, да, уровень, то есть сантиметр. Естественно, саморезы, да, и шуруповерт. Ну, если нет шуруповерта, можно отверткой, но я думаю... Руки сотрутся, если отверткой, да, крутить. Вот сейчас подготовлю, в общем, сейчас я вытащу все необходимые компоненты, да, там деревяшки и так далее. И посмотрим, что из этого получится. Тут немножко я подготовился. Так, вот деревяшечки, брусочки. Сейчас посмотрим, что получится. В общем, какие-то такие движения. Собственно, пилим из того, что есть. Как бы из-за недостатков, так скажем, брусков решил, как бы, ну, сделать, так скажем, основание и верхушку просто полноценным листом. Ну, как бы, и тем самым скрепить конуру. Сейчас посмотрим, что получится дальше. У нас уже дно прорисовывается, то есть я решил сразу сделать, но, ну, решил не с этой стороны сделать, а именно с этой, потому что все равно здесь будет подложка, поэтому, но смысл как бы заморачиваться я не видел. Сейчас как бы, но, сделаю уже эти как бы стенки, да, 40 сантиметров они будут в высоту, и, ну, я думаю, снизу, то есть максимально постараюсь без уголков, без всего. Снизу саморезом зацеплю, да, а уже по бокам тут скреплю, как бы. Как-то так. Продолжаем дальше. Итак, вот такие 4 ровных столбика у меня получилось. Сейчас я прикреплю их туда. И, естественно, сверху будет крышка. То есть, а потом мы уже займемся тем, что будем забивать боковины. В общем, короче, получается какой-то такой скворечник, да? Ну, то есть, конура, да? Ну, этот вход будет вот здесь, с этой стороны сделан. То есть сейчас у нас задача в том, чтобы как бы обшить этот аквариум, чтобы он стал полноценным домиком. Погнали дальше. В общем, я еще чуть-чуть продвинулся, сделал эту стенку. Сейчас, то есть здесь будет вход. Сейчас снизу прибиваю, да, как бы, потому что там будет как бы, ну, подстилка лежать, чтобы она не вылетала, да. И как-то так. И здесь забиваем, и все, в принципе, будет готово. Так, в общем, на таких телодвижениях приходится остановиться. В общем, осталось сделать заднюю стенку и переднюю. Так как, ну, по закону, короче, после 9 часов, типа, нельзя ни сверлить, ни пилить, ничего, как бы. Поэтому на сегодня работу прекращаем, продолжаем завтра. Для меня это будет, да, спустя ночь, а для вас это будет через секунду. Итак, у нас уже следующий день, да, и сегодня у нас погодка уже так более радует, так сказать, пришлось уже даже это, так, раздеться, чтобы чуть-чуть подзагореть. В общем, сегодня мы доделываем переднюю стенку, да, и заднюю. И я вам покажу уже окончательный результат, так сказать, что получится. Погнали, погнали! Смотрите, лицевая сторона какая по красоте получилась такой, то есть вход будет. Да. Тут получается, сейчас осталось заднюю сторону доделать, и все.
нора будет готова. Фу, не поверите, закончил, сделал все-таки конуру, как и планировал, да, из того, что было, как бы минимум, да, как бы там деревяшек всего, то есть, ну, чисто из остатков, саморезы тоже чисто из остатков, в общем, ну, не судите строго, как бы, ну, как получилось, так и получилось, как бы, ну, все-таки это для дома, да, но думаю, что получилось более чем, ну, хорошо. Вам, наверное, уже интересно посмотреть, да? Смотрите. Как-то так. Вообще минимум усилий, минимум вложений, получилась такая красивая, хорошая домашняя конура. Как-то так. Если вам понравилось то, что я сделал, вообще, и считаете то, что это нормально, да, как бы никакого там образования плотника у меня нету, да, никаких таких особых навыков нету, да, но я думаю, что это несложно было сделать, поэтому если тебе понравилась эта конура, то обязательно влепи лайк и обязательно подпишись на канал. Давайте, до скорых встреч, адьос!